Кем станут наши дети? Вопрос выбора будущей профессии – один из самых важных в жизни человека. Сегодня школа, где ребенок получает знания изо дня в день, стремится не только передать их, но и указать верное направление учащимся, где применить эти знания. Профориентация – направление важное, нужное и, конечно, непростое. Работа по нему ведется серьезная. Так, лицей номер 14 имени Гагарина стал площадкой регионального семинара «Профессиональная ориентация в школе. Актуальные задачи и новые решения по сопровождению профессионального самоопределения обучающегося». Лицей активно развивает профориентационную программу в своих стенах, чтобы дать путевку в жизнь ученикам. В 2022-2023 году вступил в инновационный проект «Школа профессионального самоопределения». Обучающие развивающие направления, и в основе их лежат активные и интерактивные формы профориентационной работы. Путешествие в мир профессий в лицее начинается уже в начальной школе, далее следующие ступени. Кем я хочу быть, познай себя и профессии, и профессиональное самоопределение. Таким образом, работа ведется поэтапно на протяжении всего обучения ребенка. Учащие должны быть социально защищены и успешно адаптироваться к условиям современного рынка. На обучающем семинаре с педагогами городского округа также своим опытом поделились сотрудники Академии социального управления. Если мы говорим о профессиональном самоопределении, то мы говорим об активной деятельности самой личности. Самой личности в какой деятельности? Когда он ищет себя в профессиональной деятельности, когда он четко определяет свои профессиональные идеалы, когда он четко определяет, как должна выстраиваться его профессиональная карьера. А профессиональная ориентация – это уже целенаправленно организуемое взаимодействие педагогов и детей. И вот здесь очень важно показать, и познакомить детей с миром профессий, нужно показать, каковы потребности регионального рынка труда. В ходе семинара разобрали и ошибки, допускаемые при выборе профессии. Сделать его из соображений престижа той или иной деятельности, идти на риск. И только личностные качества человека, его способности и таланты могут быть верным ориентиром. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.